В неприятную ситуацию попал сегодня утром народный артист СССР Василий Лановый. Сегодня у актера было запланировано два концерта в Ростове-на-Дону. Билеты у Василия Семеновича были куплены заранее. Он вовремя приехал в аэропорт, чтобы пройти регистрацию, не торопясь. Но выяснилось, кофр-актеры по размерам не проходят как ручная кладь. Лановому предложили оплатить пошлину. Пока он пытался это сделать, регистрация на рейс закончилась. Нам сказали, что в этой авиакомпании нельзя провозить кофр, а я всю жизнь с этим кофром езжу. Потом еще один наш чемодан не подошел по размерам. Нам сказали, что надо уплатить штраф. Мы ответили, что готовы это сделать, но нам обязательно нужно успеть на этот рейс, так как в Ростове у нас целых два концерта. Рассказал Лановый каналу «Москва-24». На встречу артисту сотрудники скандально известного лоукостера не пошли, и самолет улетел без него. В итоге Василий Семенович купил билет на рейс другой авиакомпании и планирует успеть на концерт вовремя. По всей видимости, больше Лановый слугами первого перевозчика не воспользуется,